Ну, видите, на Крымской весне было нас двое. Сюда мы приехали, нас четверо. Если так хорошо и радушно будете принимать, когда крымчан приедет 10, тренируйтесь, краснодарцы и вообще весь край. Как ты думаешь, почему осетинская школа очень сильная? Идеально.
Спасибо. Победа. Давай, давай, давай! Докручивай к ней! Докручивай! Итак, ваши ставки, Биазаров, Валетин. Я думаю, ставки. Да. Стол покажу, да. Сейчас будет очень интересно. Как ты думаешь, почему осетинская школа очень сильная? Не знаю там. В чем секрет ваш осетинский? Мы тренируемся каждый день нормально, хорошо питаемся. Ну, как-то так. У меня в планах, чтобы крымские спортсмены выигрывали чемпионаты Европы, мира, России, ездили на соревнования куда-то. Я функционер и параллельно люблю бороться на руках. И пусть, дай бог, как можно дольше это у меня получается. Всем силы, добра и хороших выступлений, тренировок, без травм, ребята. И ни на одном армрестлинге заканчивается жизнь. Получайте профессию, занимайтесь еще какими-то интересными хобби, развивайтесь. Не забывайте никогда, пожалуйста, о семье. То есть пусть у вас все получится. Вот такой вот Андрей Шарков.